Машина зверь, слушай. Заканчивается. Срежься. Первая лунка. А вот сидит Костя. Лю. Да. Передаю привет тете Люсе. Тетя Люся, привет! Да. Так, чтобы ты не скучала, что тебя все забыли. Да. А вон там на горе, Карповская, там вон за углом домик. И тут вон домик. Тут вот пробирался Костяра, вон там Шурик спускался. Провели дислокацию. Вышли на новый водоем, на новый он постоку, так это старый водоем, река Нелинга, Александр Владимирович, привет, кому надо передать? Люся, привет! Молодец, молодец, дядя Саша! Вот, находимся недалеко от места проживания, да-да-да, город-герой Верховья, муниципальное образование Горка, это вот там. Думаем, какую-нибудь рыбу здесь поймать. А это мы сейчас вдалеке наблюдаем с вами самца примата Нелингус обожателюс в своей естественной среде обитания. Он пытается добыть себе рыбу самым извращенным образом, закидывая в водоем какие-то железки, загнутые крючочком, заточенные, утверждает, что это все положительно, что он завалит всех рыбой. И, как обычно, он в этот момент передает привет своей хорошей знакомой тете Люсе. Вот сидим здесь какое-то время. Видели? Три поклевки. Три поклевки и бульканье воды в лунке. Под подъем. Вот. Поставили много удочек. Много. Жадные. Халановы. Да. Да, естественно. Так вот. Продолжаем мучить себя и рыбу. День солнечный, но ветерочек. Вот. Я сегодня орыбился, выловил людоеда, просто я бы даже сказал, зверя. Во. Вот такого вот сомика. Вот, пресноводного. Сейчас мы будем его в родную стихию отпускать. А, тихо, сиди, парень. Парень, сиди. Что там есть? Вода есть. Все, вали. Давай, вали. Что тебе сказал? Вонючка американская. Во. Все, Гринпис, мы с вами. Попрошу внимания. Делайте, пожалуйста.
звезда, умные лица. Небольшой нелинский хореок. О, еще одна поставка. Что-то бьет. Ничего не понимаю. Давай, тебе ж понравится. Как-то странно, он опять подошел, подергал, блин, и отошел. Пока одним занимался, он меня отвлекал, наверное. Это у них под такой договор. Вот так вот мы здесь голодаем. Что Бог пошлет? Раз рыба не ловится, приходится загонять в дичь. А научил так голодать Андрей Романович. Андрей Романович, привет. А тетя Люся? Тетя Люся, тебе большой привет. А как мы будем есть? Мы тебе не покажем. Я еще водочки выпью. Послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки.